Пошли гулять? Нет. А что у тебя? Секретики. Ну, у тебя вечно секрет. Тогда я пошла. И жили они долго и счастливо. Были такие секретики, которые исполняются желания. Меня зовут Аня, я в третьем классе учусь. Мой любимый предмет – математика с русским. Я учусь на одни пятерки. Я люблю помогать воспитателям. Мыть шкафы, посуды, делать уборку, все везде пыль обтирать. Я хорошая помощница. Я люблю читать, я люблю рисовать, там поделки всякие делать, танцевать. Я люблю, когда со мной общаются, играют со мной. Мне нравится, когда все друг с другом дружат. Мне нравится профессия поваром, потому что я люблю всегда готовить. Мой любимый праздник – день рождения. Я люблю всех. Моя семья лучшая. Человеку всегда нужны родители, взрослые и друзья нужны. Если бы мне пришлось нарисовать семью, то это была бы береза или, например, цветок роза. Семья – это когда все вместе радуются. Волшебное слово для семьи – это любовь. Нежность – это любовь.